И последний благотворительный фонд «Хрисхал» празднует пятилетие. Республиканская организация помогает детям с инвалидностью. Сегодня в рамках юбилейных мероприятий в Якутске стартовал фестиваль «Форум под флагом милосердия». Об участниках и экспертах расскажет Александр Лысак. Аутизм – это не приговор. Об этом говорят в абилитационном центре «Особый ребенок». Организация существует с 2013 года. Обучив специалистов, они помогают не только детям с аутизмом, но и родителям. 5 лет здесь мечтают построить социальную деревню «Снегири», рассчитанную на 30 мест. Здесь ребята-аутисты смогли бы учиться, заниматься сельским хозяйством, спортом. Пока что все упирается в земельный вопрос. Мы запросили муниципальное образование город Якутск, земельный участок для строительства социальной деревни. Оформим участок и начнем работу над поиском спонсоров. Центр «Особый ребенок» – участник фестиваля форума под флагом «Милосердие». Он посвящен пятилетию благотворительного фонда «Хрисхал». 14 некоммерческих организаций Якутии рассказали приглашенным экспертам о своей деятельности. Большая часть НКО помогает детям с инвалидностью адаптироваться в обществе. Здесь очень хорошо поставлена поддержка таких организаций за счет государственных бюджетных средств, через гранты, субсидии. И уже по выступлениям мы понимаем, мы в России будем, конечно, опыт этот распространять, якутский, и брать с него пример. Работать экспертам предстоит в ускоренном режиме. Подводить итоги презентации участников фестиваля форума необходимо уже 7 октября. Жюри определят победителей в двух номинациях – лучший проект и лучшая организация работы НКО. Назовут и обладателя гран-при. Ему достанется статуэтка в виде аллукмас – якутского древа жизни. По словам организаторов, это достаточно символично, ведь представленные сегодня идеи уже завтра смогут изменить чью-то судьбу. Александр Лысак, Георгий Григорьев, НВК «Саха», Якутск.